Да, София. Софийское седло. Откуда выходят водопады софийские. Вот такая вот красота. И сама гора вот правее. Там с ледником. Красотень. Друзья, добрый день. Вот начинается наша авантюра. Уже, правда, час дня. Мы возле Софийских озер, возле вон Софийского седла красивого. Все-таки решили, несмотря на погоду, идти. И мы надеемся, что бурик не напрягся. Да. Так что мы идем на Софийские озера. И минутка политического юмора. Звонит председатель Центрального избиркома президенту, говорит, после выборов. Сентябрьский, говорит, у меня для вас две новости, говорит, хорошая и плохая. Он говорит, ну начинайте с хорошей. Она говорит, вы победили. Он такой, о, а плохая. За вас никто не проголосовал. Так что идем дальше. Ура. А получается, что мы вчера приехали в Архыз. В Архызе переночевали. Сегодня приехали на поляну Таулу, там кинули машину. И добрались туда пешком, ну и попутным транспортом. Конечно, лучше быстрее доехать, конечно, на джипе, заплатить. Но мы немножко прошлись. Потеряли, конечно, время, но ничего страшного. Теперь тропинка идет вот вдоль такой красивой речки. Так что в путь. Вот такая красота. Пойдем до того перевала наверх. А София слева. Вот поднялись буквально 20 минуток. Такой красивейший вид. Одна из Софийской части. И на той стороне вот такая вот красота. Обалдеть. Идем наверх. Вон туда сейчас к водопадику пойдем. И пойдем направо к перевалу. Посмотрите, какой красивейший водопад Ак-Айры. И там тоже два водопадика сливаются. Вообще красота. Красота. Вот поднялись вот к такому месту. Таким водопадиком суперским. Здесь водопады. Шикарные вершины. Идем наверх. И снова минутка горного юмора. Выступает Владимир Третий. Владимир Владимирович Путин и Джозеф Байден приезжают в горную часть Кавказа, ну, просто посидеть и выпить. Байдена весь вечер атакуют комары. Володя, почему тебя не кусают комары? А мне нельзя. Продолжаем наше восхождение. Вот поднялись чуть выше, прекрасные пики, красота, были внизу, вот сейчас вот немножечко отдыхаем и идем дальше. И снова минутка юмора, снова Владимир, давай. Ну что, говорят, у тебя новая девушка, как она тебе? Ребята, хватит. Гад, грязные анекдоты. Пошли, ладно, продолжаем путь, дорогу. Добрый день, несколько часов прошли за... Под немножко подустали. У нас небольшой привал. Покушали по огурчику, по яблочку. Это кайф. Вон остался перевал наверху. И все, и мы уже будем смотреть на озера. И минутка юмора. Алло, алло, отец. Он у меня альпинист. Алло. Сорвался. Ладно, идем дальше. Последний рывочек. Вот. Наверх поднимаемся. И уже с перевала смотрим на озера. На красивейшие. Вид шикарнейший, погода шикарнейшая. Ну вот, добрались до перевала Иркиз. Вот красотка София, 2880. Чуть выше Аштена и Фишта. Оттуда мы пришли. И вот она красота. Большое Софийское озеро, класс. Сейчас пойдем вниз, покупаемся и вот так вот по тропинке пойдем обойдем вокруг. Супер красота. Погода супер. Ну что, друзья, ходите в горы, занимайтесь спортом, закаляйтесь. Купайтесь в горных озерах, только, конечно же, не прям сразу, но закаляйтесь. Фу, 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 фу.
Это кайф. Ну что, друзья, с удовольствием побывали на Большом Софийском озере. Вот спустились к Малому озеру, вот такому красивому. И сейчас по тропинке будем потихонечку спускаться еще к одному озеру и будем идти потихоньку вниз к дороге. Спустились сверху с Малого Софийского озера. Посмотрите, здесь какая красотень. Какой великолепный водопад. Ай, супер. Кайф. Идем вниз теперь. С удовольствием. Посмотрите, какой красивый, красивейший спуск идет. Очень красиво. Тропиночка идет. Сейчас еще к одному озеру подойдем. Вон красивейший хребет. Встретили приятную семью из Ставропольского края. Вот тоже с нами спускаются. Так что идем дальше. Катя с Вовой вон впереди идут. Идем дальше. Посмотрите, вдалеке гора Чигитчат. 2964. Красотень. Прям солнышко светит. Подсвечивается супер. А это мы спустились сверху. О, вот спустились снизу. И посмотрите. Айматлы-Джагалы. Ай, какая красота. Супер. Такой цвет озера. Снежники. О, вообще просто. Погода великолепная. Днем был дождь. А сейчас вот такая красота. Супер. Немножечко ближе спустились к этому озеру. Какое оно красивое. Какой цирк красивый. И посмотрите, тучи какие суперские, ай, вообще, супер, очень красиво. Вон там внизу озеро, спустились с озера и потихонечку идем вниз в долину. Долина как раз находится вот там, за бугорком, внизу, где лесочек. И дальше уже будем идти на поляну Таулу. Вот последний рывок, переходим через мост. Уже почти 8:30, но ничего, кайф. Друзья, ну вот, закончился наш маршрут. Едем в машине, все шикарно. Единственное, бутылочку потеряли, а так настрой боевой. Люди все побывали на всех озерах, покупались, все хорошо, покушали. Так что отлично, едем на поляну Таулу. Занимайтесь спортом, ходите в горы, закаляйтесь, путешествуйте. Это кайф. Наши горы – это кайф.